영화의 배경은 지금으로부터 약 40년 전인 1981년도의 러시아. 그리고 영화는 이제 막 신혼여행을 마치고 집으로 돌아가는 젊은 부부의 모습을 비추며 시작합니다. 하지만 잠시 후 이 부부에게 벌어졌던 끔찍한 일을 알게 된다면 아마 그 누구라도 쉽사리 믿기 힘들 텐데요. 비행기의 이륙과 함께 조금은 설렜을 이곳의 승객들. 하지만 이들의 설렘은 이내 곧 절망으로 바뀝니다. 46653, ваше удаление 162 километра с азимутом 37 градусов. Занимайте 500. 그리고 이때 참고로 이 상황은 기네스북에도 등재되어 있는 진짜 실화입니다. 그렇게 알 수 없는 이유로 뽀개진 비행기. 하지만 어떻게 해서든 떨어지지 않으려는 남편의 노력에도 불구하고 다행히 라리사는 필사의 힘을 발휘해 안전벨트를 매는 데 성공하는데요. 하지만 사실 이제 와서 안전벨트가 뭔 소용인가 싶긴 합니다. 비록 눈앞에 펼쳐진 광경은 흡사 롯데월드 같았지만 아쉽게도 이건 안전벨트가 필요한 놀이기구가 아니었거든요. 스쳐 지나가는 그녀의 과거. 그녀는 자신의 성공을 위해 남자친구를 떠나 멀리 모스크바에 다녀오는 길입니다. 물론 결과는 좋지 않았지만요. 그날 밤 Ты что делаешь, а? Лора. Мне ничего не получилось. А ну-ка отставить. Лора, слышишь? Лора.
Ты помнишь, как мы с ребятами в поход пошли? А? Помнишь? Помню. Помнишь, как все испугались болото переходить? А ты одна единственная за мной пошла. Помнишь? 블라디미르는 취업에 실패한 그녀를 진심으로 위로해줍니다. 비록 그녀가 자신을 버리고 모스크바로 떠났었지만 그래도 그는 여전히 그녀를 사랑했거든요. Здравствуйте. Ну вот, Раиса Сергеевна, как я обещал, в целости и сохранности. А почему так долго? Мы же волнуемся. Мама самолет спустил. Попада нажатый. Мам, может, эта идея с Москвой была ошибкой? Может быть. Но все ошибаются, это не страшно. А иногда даже и к лучшему. Вот мой первый брак с твоим отцом был ошибкой. Но в результате этой ошибки у меня же есть ты. А потом я встретила Ваню. А потом Димка родился, твой братик. И теперь я самый счастливый человек на свете. То есть мой результат твоих ошибок? А ты как думала? Ничто в этой жизни не случается просто так. 한편 블라디미르의 집. 그의 어머니는 블라디미르가 별 볼 일 없는 라리사와 사귀는 걸 무척이나 못마땅하게 생각하는데요. важнейшим моментом в платоновском описании чувственного мира является учение о причине. 하지만 그는 사랑을 위해서라면 이런 난관 정도는 몇 번이고 헤쳐나갈 수 있었죠. 비록 가진 건 없었지만 서로만 있으면 든든했던 이들. 보라. Ты родишь мне сына? Володь, ты чего? До ЗАГСа еще не дошли. Дойдем. А учеба? Как все совмещать? А жить мы где будем? Жить будем в квартире, которая мне по наследству от бабушки досталась. Днем учиться. Ночью я буду работать. Поначалу будет тяжеловато, ну, потом. Я не хочу больше брать деньги и машину мою. Так значит, у тебя не будет ни денег, ни машины? Чего ж ты сразу-то не сказал? 그런데 이때 싹 바뀌는 그녀의 표정. Попался! Вы видели это свое лицо? 하마터면 김장 담글 뻔했네요. 그렇게 두 사람은 정말 사랑 하나로 눈앞의 난관들을 하나하나 이겨내 나가는데요. 그러던 어느 날 함께 영화관을 찾은 두 사람. 하지만 잠시 후. 깜놀주의 3초 전.
순식간에 모두 사라져버린 극장의 사람들. 그녀는 지금 이 상황이 이해가 가질 않습니다. 이때 어딘가 낯익은 여자의 모습. 그렇게 그녀는 꿈에서 깨어나죠. 깨어보니 종아리를 관통해 있는 비행기의 파편. 같은 시간. 조용히 이번 사건을 덮고 싶어 하는 군부 세력. 역시나 생존자는 그녀뿐이었는데요. 한편 군부 세력이 파견한 수사관은 사고 주변 지역을 모두 전염병이 돈다는 거짓말로 통제해버립니다. 그리고 사고조차 조작해버리죠. 다음 날 딸의 실종 소식을 전해듣는 라리사의 엄마. 이때 헬기 소리를 듣고 개꿈에서 깬 라리사. 그녀는 곧바로 필사에임을 내봅니다. 하지만 수사관은 사실 생존자에겐 별 관심이 없었죠. 한편 헬기를 놓친 그녀를 반겨주는 예상치 못한 손님.
사실 저는 여기서 아니 뭔 호랭이여 하며 영화를 끄려다가 혹시나 해서 찾아봤더니 진짜로 이곳이 호랑이의 땅이라 불리는 타이가라는 사실을 알고는 조용히 계속 봤습니다. 다행히 라리사는 헬기 소리 덕분에 목숨을 구할 수 있었죠. 그녀는 한시라도 빨리 이 숲을 벗어나기로 마음먹습니다. 곧바로 숲을 나가기 위해 필요한 물건들을 파밍하는 그녀. 그렇게 그녀는 정처 없이 계속해서 걷기 시작하는데요. 그녀는 블라디미르 역시 분명 자신처럼 살아있을 거라 믿어봅니다. 그렇게 얼마쯤 걸었을까요? 재수없게 늪에 빠져버린 나리사. 다행히 간신히 늪을 빠져나오는 데는 성공하지만 혼자서 이 숲을 벗어나기란 거의 불가능해 보였습니다. 하지만 포기 않고 다시금 발걸음을 옮기는 나리사. 그녀는 남편과의 추억을 떠올리며 조금 더 힘을 내봅니다. 하지만 역시나 현실은 너무나도 잔혹했죠. 811 идет на высоте 5. Почему не осуществляли контроль за военными самолетами ПРЛС? По инструкции мы не должны следить за военными самолетами. Вы разве этого не знаете? 그 시간 사건의 경위를 조사 중인 조사관. Что у вас там случилось? Я обнаружил на экране грозовую засветку. Сообщил об этом наш на пункт управления. Начали подъем. 알고 보니 모든 사고의 책임은 국가에게 있었죠. 한편 라리사 앞에 또다시 나타난 호랭이 새끼. 다행히 호랭이는 그리 배가 고프진 않았었죠.
과연 그녀는 이 절망뿐인 곳에서 무사히 살아나갈 수 있는 걸까요? 시크릿. Потом покажу. Когда мы приедем, я рожу тебе ребенка. Хочешь? Там на. 저곳에 블라디미르가 있을지도 모릅니다. 하지만 역시나 뭐 하나 쉬운 일이 없었는데요. 사랑하는 사람을 위해 용기를 내보는 그녀. 그렇게 그녀는 또 한 번의 사선을 넘습니다. 그 시간 나리사의 집. Привет. Привет, сынок. Пойди вещи в комнату убери. Что случилось? Что случилось? Что-то с самолетом. Где? Под Завитинском. Мне там Иванович, председатель исполкома. Я не могу до него дозвониться. Поехали туда. Рэя, город закрыт, нас все равно туда не пустят. Поехали. Тебе надо отдохнуть хотя бы пару часов. Да, да. Нет. Тебе надо отдохнуть. Нет, надо ехать. И потом мы поедем. Надо ехать. Я хочу знать, что случилось с моей дочерью. 이들은 블라디미르의 엄마까지 태우고는 곧바로 구청장에게로 향합니다. Я не буду никуда звонить, я сейчас просто долет ставлю, все, сама тогда перейду. Вы не имеете права взять и перекрыть общественную дорогу. Пустите меня. 물론 거짓말입니다. Здравствуй, Галя. Никого не пускаю, ты ничего не объясняешь. Вы председатель исполкома. Он меня знает. Мы учились вместе. Хоть бы и с Брежневым учились. У меня приказ. Звоните, пусть вам выписывает пропуск. Как? Связи нет. Подождите, когда связь появится. Поехали. Да, поехали. 그렇게 어쩔 수 없이 집으로 돌아가려는데. Галя. Галя. 아들이 실종인데 제정신인 게 이상하죠. Дима! Дим, я не мог дозвониться. Куда? Стоять! Отпустите их, они ко мне. Они нас чуть не сбили, Дмитрий Петрович. Ну не сбили же. Я разберусь. Вы свободны. Езжайте на пост. И вы свободны. Что случилось с самолетом? Я ничего не могу рассказывать. Не положено. Я в курсе, что не положено. Димка, будешь ты человеком. Там были наши дети. Хочешь, мы тебе все вот эти бумажки о неразглашении подпишем? Что здесь делают гражданские? Под мою ответственность подпишут неразглашение.
В общем, я прошу разрешения рассказать. Рассказать что? Правду. 진실을 요구하는 이들. А вы что, знаете правду? Прекратите издеваться над нами. В этом самолете летел мой сын. Ему 19 лет. Галя, наши дети летели с свадебного путешествия. Что случилось с самолетом? Он упал. 하지만 막상 마주한 진실은 너무나도 참혹했습니다. 그럼 покажите мне тело моего сына. Тела не нашли. Так значит, они еще могут быть живы? Я боюсь, это невозможно. Самолет упал с 5 километров. Откуда вы знаете? А может, произошло чудо? Может, мой сын еще жив? И ему прямо сейчас нужна помощь? А вы их найти не можете? Пустите меня, я сама найду своего сына. Я вас понимаю, но продолжать поиски не имеет смысла. Вы не понимаете. За 3 дня мы не нашли ни одного живого человека. Значит, вы плохо искали! Пустите меня, я найду своего ребенка! Пустите меня туда! Галя, смотрите. Ну, возьмите. Посмотрите внимательно и запомните, пожалуйста, их лица. Они мечтали вернуться и построить дом, родить детей. Я понимаю, что шансы маленькие, но вдруг... Ну а вдруг они еще живы, а вы говорите, что бессмысленно искать? Да вы вообще... Послушайте, у вас есть дети? Сын. Если бы вы оказались на нашем месте, и вам бы говорили, что бессмысленно искать, вы бы продолжали искать своего ребенка. 수사관은 이 말을 듣고 아무 말도 할 수 없었죠. 점점 한계에 다다르고 있는 나리사. 왜 когда там летали? Ничего странного не заметили? Да вроде нет. 하지만 이때. Повариха только тогда. Товарищ князь, я в лагере всех знаю. Там поварихи нету. Хампён Нарисан은 이때 우연히 낯익은 가방 하나를 발견하는데요. 바로 사랑하는 남편의 가방이었죠. 남편과의 행복했던 기억들을 추억하는 나리사. 분명 남편은 이곳 어딘가에 있을 겁니다. 그렇기에 라리사는 다시금 힘을 내서 발걸음을 옮겨보죠. 그리고 마침내 남편을 발견합니다. Помните место, где видели девушку? Помните, товарищ генерал? Надо лететь и прямо сейчас. Сейчас никак не получится. Почему? Ну, потому что темнеть скоро начнет. И прогноз. Ливневые дожди и шквальчатый ветер. Семен. Никак. Надо проверить. Не по инструкции. По-человечески. Почему намёнёл кроаны Нариса? Как долго я тебя искал? Мой маленький танк. Я всегда восхищался твоей смелостью. Ты у меня настоящий боец. Ты даже сильнее, чем я.
просто сама этого не знаешь. Прости, это я виновата. Если бы не я, если бы начать все сначала, я бы никогда. Лора, Лора, я ни за что на свете не променял бы и дня с тобой. На всю жизнь без тебя. Ты что, нашла мой рюкзак? Видела мои рисунки? Испортила сюрприз. Я так хотел удивить тебя. А давай, давай застой с собой. Это завтра мне все покажешь, как будто я ничего не видела. Ну, давай.그녀는 이제 남은 모든 힘을 쥐어짜냅니다. 생존을 위한 처절한 그녀의 몸부림. 그렇게 그녀는 정말이지 기적적으로 구출됩니다. 그리고 이런 그녀에게 진심을 다해 손을 흔들어주는 한 사람. Он остался без ответа, но он-то отдолбил, вот как дятел. То есть годы меня добивался. Вот, не знаю, почему я вот это самое. То есть по всем правилам того времени, конфетно-букетный какой-то. Я даже об этом не думала, конечно, да. Мы поженились так рано, да. Может, человек предчувствует что-то. Не знаю. Ну, это была его идея, чтобы мы поженились. Он очень хотел детей, да. А я все говорю, нет, нет, мне учиться надо. Да. Потом уже вот перед отлетом я говорю, ну ладно, хорошо, уговорил. Вот вернемся, будет тебе, Лялечка. Ну. И он начал плакать вот просто навзрыд. Вот как рыдают мужчины. Прям в голос вот так вот. Тихо, тихо, ты что? Это мы в стройотрядах были в разных... Он на севере, а я на юге, вот области. И друг другу письма писали. И он настолько скучал без меня там. Ой, эти письма прям, как ему плохо без меня. И в каком-то письме там, что вот мне, говорит, полжизни отдал, чтобы себя увидеть. Потом, говорит, вторую половину жизни, потом бы Бога занял еще там дней, ну, вот, чтобы быть с тобой. И настолько он планы строил вот, на всю нашу дальнейшую жизнь, там, ну, ну, вот бывает, что они не исполняются. Я думаю, Вовке было последнее желание, чтобы я выжила. Он мне один раз приснился всего, где-то через месяц. А мне так плохо без него было. Приснился как живой, вот. Я говорю, ты где? Какой-то домик такой, какой-то такой, в лесу. Он говорит, я здесь сейчас. Я говорю, почему ты не возвращаешься? Он говорит, я не могу. А у меня от радости, вот что я его вижу во сне, я же подскочила так, что он жив. Ну, вот один раз было все. Вот. Все, больше про любовь не буду рассказывать.
Прощай, мы снова падаем с небес, прощай. Это был мой самый счастливый.